Так, всем большой приветик, мои дорогие любимые. Сегодня я для вас снимаю чат-рулетку. Я не знаю, как камера настроить. Привет. Здрасте. Привет. Ты губы накачивал? Да. Зачем? Ну, я так захотела. Вот, большинство девушек не идет накачивать губы, но не, ну не идет. Тебе идет, но все равно выход. Я просто не видел тебя без накачанных губ, но по-любому было все равно пикаются. Нет. Что нет? Не шло? Не было лучше. Тебе было лучше с накачанным? Ну да, мне сейчас лучше с накачанными. А чем лучше? Вот что вообще? Мне что нравится. Ну, ладно. Вы откуда? Из Москвы, а ты? Я не москвич, я с Ростова. Хорошо. Что тут сидишь? Да просто напился и выехал где-нибудь. Начал зайти. Так, кого тут встречал? Как ни странно, пока только девушек. Вчера не нашел еще. Да не было. Мне ладно. Не Диме. Как тебя зовут? Настя. А тебя? Блин, Настя. Дима, привет. Еще раз. Сколько тебе лет? 21. А тебе? 21. Ты прям так рад этим совпадением. Да, мне правда 21 не дашь, наверное. Тебе даже, мне не дашь 21. Тебе дашь 31? Михаил, это не надо, не надо, не надо. Я не такой старый, ебанусь. 31. Ой, как мне раздражают звуки на заднем фоне. Так, это давай вот поговорим о чем-нибудь или что? Давай, о чем? Задавай тему ты. Какой фильм нас занимается? У тебя кудри сделала, да? Да. Или какие? Ну, что-то... Раз прямо ничего не шло? Ну, тоже не нравилось, понимаешь? Или это просто так по приколу, или именно не нравилось? Ну, просто не нравились мне мои волосы, я решила сделать кудри. И давно с кудрями гоняешь? Второй год. Второй год уже? Нихуя себе, блядь. Ну, смотрю, тебе зашло, ебать. А ты уходишь в другую комнату, потому что хочешь пообщаться? Да, не заикаюсь. Ой, ты такой милый. А кто ты по знаку, мне интересно? Что, именно мило какой-то знак отдельный, типа, есть? Типа, да, ничего. Может быть, ты лев? Нет. Овен? Нет, я очень... По знаку это, наверное, очень... Дева? Ну, по знаку я долбоёб. Дева. Ты дева. Почему дева долбоёб, что ли? Ну, блин, скорпион. Почти. Весы? Козерог? Да. Я тоже. Это даже долбоёб? Идите нахуй, вы заебали его. Что ты съебался? Да потому что тут такая шикарная девушка. Надо себе показывать. Нормально, надо поговорить, блядь. Ну чё, наедине он надо поговорить. Вот уезжать поговорить. Ты меня лучше не показывай, сразу влюбятся. Да, они тебя все видят. Ты их не видишь, но они тебя все видят, блядь. Пристроились уже, блядь. Возвращаемся рядышком, заебали, блядь. Давайте со всеми познакомимся. Да, Никита, здравствуйте. Максим. Очень приятно, Настя. Это близнец, пиздец, ебать, а это как полноскелец, пиздец, тоже пиздец, ебать. Мы с тобой только красавчики, ебать. Ну, конечно. Козероги, ебать. Близнецов не помню, ебать, нас построили, ебать. Слышь, они нас наезжают, ебать. Там бучары и близнецы, ну и у нас. Еще вдвоем, нахуй, блядь. Не слушай их. Козероги, ебать. Я не слушаю. Козероги, ебать, топ, ебать. Так. Где ты учишься? Какие планы у тебя на жизнь? Не сдохнуть. Я только сам вышел, да, ты не сдохнуть, либо да, точно не сдохнуть. А на кого учиться планируешь? Я отучился уже в морском, все, работать в море надо. ВМФ?
Нет, это военное, это как я в гражданском учился. ГМФ. Нет. Идите к нам нахуй. Нет, просто гражданские пароходы, которые там груз перевозят, все дела, это не военное. ГПФ. Блядь. Так. Но ты какой-то очень милый, это странно. Потому что я выпил, я просто выпил, я напил. Понятненько. Ты сразу выяснилось, да, почему? Да. А подожди, а какого ты родился? Январский? Нет, декабрьский. Да. Январь. Ужас. Так, уже накаляется. Так, число, да, теперь число? Ну я декабрьский, я 27 декабря. Я прекрасная, я дипломатичная. Какого года? Года какого? 2000. 2000-го? Я миллениум, да. Я тебя на год почти старше, блядь. Я тоже 2000-го, но только 5 января. Интересно. Так. А какие у тебя планы на жизнь, расскажи мне. Учиться, может, куда пойдешь? Не хочу. Что такое? Как это так? Ты так решил? Ты после 9 пошла, да? В смысле? Я после 11-го, я на 3-м курсе юриспруденция. Я будущий адвокат Москвы и Московской области. После 11-го, фу. Ну, а после 9-го выходи. Ты чего? Зачем мне тратить год терять? Зачем? Наоборот, за год и 10-й, и 11-й проходишь, и все, ебать, и ты уже с образованием, ебать. Нет, я не согласна с тобой. Почему? Потому что я потеряю год, мне не нужна шарага. А, ебать, у тебя папики, мамики были рады, тебе за прогнозы ставили, да? Да. Я так и знал, ебать. Ну, Зай, пожалуйста, у тебя правда никаких планов? Ты что, так вот просто? Что? У тебя правда никаких планов на жизнь? Работай, подожди. Что он хочет? А можешь со мной вести диалог? Я что, тут пустое место? Да, я тут кузнечный, нихуя. Хотя подожди. Только ради вас. Так, что там говорила? А я уже все сказала. Так, следующий вопрос. Получается так, ты не из Москвы, да? Подожди. 6-6-4-2-7. Так, да, я не из Москвы. Но я там был один раз. Перелетом. Два раза. А кем работать ты хочешь? Ну, думаю, так же, в море. Пока месси. Да, на пути. Заебешься ждать его. Да не ждать, там денег не платят, Зай. Почему? Я думала, ты бизнес какой-нибудь замутишь. Блядь, я только закончил, пошел в армию. Какой нахуй бизнес, блядь? Я только, блядь, все. Сейчас надо, все! Что? Какой нахуй бизнес, блядь? Сижу, жду, пока найду место, его себе, его на деньги, на шею родителей, его. Блядь, уже бизнеса находит, его. Нихуя себе, ищи там себе, там, московского папочка, его, с бизнесом, блядь. Какой нахуй бизнес, его, чего раньше, блядь. Ты такой нахал, это очень грубо было. Почему? Ну, ты уже загоняешь про бизнес, ебать. И что? Я тебя мотивирую, дубина. Ты должен это принимать. Вот ты отказываешься, подожди. Я только сам. Да заткнись ты нахуй, блядь, меня послушай, ёбаный в рот. Говорю тебе, если ты хочешь чего-то добиться, тебе нужен мотиватор. Тебе нужен человек, который тебя будет двигать. Опять же, может быть, у тебя такие цели. Это точно не ты, ебать. Без обид. Почему? Ну, это хуёвость, мотиватор, да. Почему? Ну, и чем ты меня смотивируешь? Вот давай. Зай, ну это уже по факту смотрится. А почему я тебя не смотивирую? Объясни. Я не говорю, что ты меня ты так сказал, я тебя не смотивирую. Объясни. Ну? Ну, я уже по словам услышал, блядь, что ты мне сейчас сказала, и я уверен, что ты меня не смотивируешь. Куба-то, ебать, ты обезьянья жопа. Ты себя видел, блядь, ты любишь меня.
Ты что пиздишь тут на красивых женщин? Я тебе скажу, тебе не стыдно? Вот тебе, блядь, не стыдно так говорить? Да ты посмотри на свое ебало, блядь. Ты что вообще такое говоришь? Знаешь, у кого ебало? Пошел нахуй.